Среди плывущих в небе снежных облаков разнообразные виднелись силуэты. Куда-то плыли все под действием ветров, менялись то и дело формами при этом. Я с интересом просто вглядывался в них. Они на разные были что-то похожи, были похожи на зверей совсем других, то на людей были похожи одиноких. Вот я разборчиво увидел вдруг людей, они куда-то с облаками уплывали, табун бегущих с облаками лошадей, вслед за людьми куда-то лошади бежали. Из облаков нарисовался вдруг старик с большущей бородой, с клюкою и котомкой, а после старика вдруг богатырь возник, потом и женщина с фигурой очень стройной. Невероятно, но представить, если можно, что кто-то жил когда-то просто на земле, теперь на небе с облаками осторожно, они плывут в большой небесной синеве. Жизнь постоянно свой вершит круговорот, что изначально на земле все происходит, потом кто в ад или в рай, возможно, попадет. Но, безусловно, жизнь, однако, не проходит. И вот плывут они сейчас уже по небу в обличии белесых снежных облаков. Они на нас не без глядят, плывут по свету среди созвездий многочисленных миров. И коль случилось так, они теперь на небе, что эти души теперь в белых облаках. И у кого берут сомнения в связи с этим, что жизнь отсутствует в космических мирах? Я уходящим облакам смотрел во след, за горизонтом они где-то исчезали, живущих душ на небе скрылся силуэт, едва-едва там вдалеке они мелькали.